Уважаемые государственные служащие, шановні колеги, я хотів би привітати всіх з головним святом нашої країни – з Днем Незалежності. Ви кожен день без устали трудитесь на благо нашей страны. И в честь праздника за ваши труды я хотел бы наградить каждого из вас памятными именными часами. Я прошу прощения, часы именные. А здесь написан какой-то Михаил. А я ведь Сергей. И у меня тоже не то имя. А у меня вообще женское. А я разве сказал, что на этих часах должны быть ваши имена? Нет, на них имена совершенно других людей. Каких людей? А вы не помните? А должны? Обязаны. На этих часах имена тех людей, кто погиб на Майдане. Имена тех, чье время в борьбе за независимость нашей страны остановилось навсегда. И я бы очень хотел, чтобы вы каждый раз, принимая законы или отпуская бандитов под залог, беря или давая взятки, или жонглируя тарифами, смотрели на эти часы и помнили, благодаря кому вы здесь, для чего вы здесь и надолго ли.